Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в Россию. Также Минпромторг хочет ограничить производство этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога стекла, бумаги и дерева, рассказали несколько источников. Ограничить использование отдельных видов упаковки могут после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемом потребления промышленностью, сказали в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной.